Федеральные объекты культурного наследия, находящиеся в плохом состоянии, теперь можно брать в аренду по льготной цене. Правда, не всем и с одним условием. Ветхую усадьбу или особняк необходимо будет привести в порядок, сообщает российская газета. Объект культурного наследия федерального значения в Ненецком округе всего один. Это Пустозерское городище. Гораздо больше культурных объектов регионального значения. На один из них установили соответствующую табличку. Годы постройки, указания на статус и предупреждение о мерах ответственности за нанесение объекту ущерба. Табличка на главпочтамте указывает на особую историческую ценность одного из старейших городских зданий. Главпочтамт стал памятником регионального значения еще в 1993 году. Он был внесен в реестр объектов культурного наследия, но зарегистрирован уже в едином государственном реестре по всем правилам. Министерством культуры Российской Федерации был в 2013 году. Регистрация объектов культурного наследия – долгая и кропотливая работа. Сбор документов, экспертизы и ожидание ответа. Кстати, в рамках новой госпрограммы «Культура и туризм НАО» таблички с указанием статуса памятника регионального значения должны появиться на зданиях окружной администрации и больницы села Несть.